И на послесловие хочу сказать такую штуку. Некоторые из дрессировщиков почему-то видят во мне своего конкурента. Я не знаю почему, с чем это связано. Говорят, что вот эту команду там мы показывали уже, как ее делать. Другой пишет, что он показывал это делать. Я не то чтобы оправдываюсь, я просто хочу сказать, что у всех свои методы, у всех свои подходы. И колесо изобрел не один человек, а сколько велосипедов выпускает, сколько фирм выпускает велосипеды. Ну и что? Новости, например, показывают одни и те же новости. Совершенно разные каналы с разными подходами. Поэтому, уважаемые мои коллеги, дрессировщики, цирковые дрессировщики, какие-то дрессировщики по ОКД, команду «Сидеть» изобрели не вы и не я эту команду для собаки изобрел. Ну, однако, сколько ли людей обучают именно этой команде. Поэтому там трюку восьмерку или трюку умри, там, или трюку там какому-то дай пять, там, например, да, обучает миллион людей на самом деле. И я не вижу в этом ничего плохого. А каждый именно находит свою аудиторию. И вы кому-то рассказываете на доступном языке именно для вашего зрителя, я рассказываю на доступном языке именно для моего зрителя. И это хорошо. Я призываю вас к тому, чтобы мы с вами сотрудничали. То есть, может быть, делали ссылки, скажем так, друг на друга, там, каналы какие-то. Они видели конкурентов. Вот мне больше мужская точка зрения нравится, когда, знаете, когда в вагоне, вот сидит в вагоне, значит, как бы мужчина, и другой мужчина заходит, и они друг друга, о, вот мы сейчас с ним там выпьем, там, и так далее, посидим, хорошо, то есть мужики видят друг друга как бы друзей, да, сразу же изначально, это мужская точка зрения. А как на это реагируют женщины? То есть одна сидит, да, еще, не дай бог, там мужчина будет ехать с ними, одна сидит и заходит другая там женщина, и та сразу видит в ней конкурентку. Так вот, давайте будем подходить к этой точке зрения с мужской позиции, то есть мы будем друг в друге видеть друзей. И я думаю, что от этого будет только всем лучше. У вас своя аудитория, у меня своя аудитория, давайте делиться какими-то положительными моментами, положительными результатами. От этого будут только все выигрыши. Итак, с вами был канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Заслужите доверие, заслужите уважение, друзья мои, у вас все получится. Спасибо.